онлайн-сервис для создания замечательных подарков, интерактивных подарков, сделанных из фотографий. Регистрироваться не нужно, можно воспользоваться аккаунтами. Создать. Ну, сразу предлагает добавить фотографии. Ну, либо с драйв найти в интернете, подключить Twitter, сервис блогов по адресу. Ну, в данной ситуации просто воспользуемся аккаунтом Facebook. Вот я вошел в свой сервис. У меня есть на Фейсбуке достаточно большое количество фотографий. Давайте воспользуемся фотографиями природы Республики Мариэл. Кто там показывает, какие фотографии есть. Некоторые фотографии можно, например, взять и отключить. Или обратно выбрать. После того, как мы посмотрели, убедились, что все фотографии нам нужны, щелкаем «Добавить фотографии». И компьютер начинает строить изображение согласно шаблону. Ну, этот шаблон выбираем мы сами. Поэтому у нас есть возможность либо двигать ползунок, либо просто щелкнуть здесь и посмотреть, что тут за шаблончики у нас есть. Вот выберем, например, какой-нибудь шаблон. Вот в виде смайлика, в виде щита, домика. Микки Мауса, тут вариантов много. Давайте кофейную чашечку выберем. Компьютер начинает перестраивать. Новый объект строит. Вот чашка готова. Можно посмотреть, как это работает. Представляете, как это красиво и эффектно. После того, как все готово, убедились, что все в порядке, мы сохраняем. То есть для этого мы должны дать имя. Имя и описание дали. Кликаем по кнопочке «Закрыть». Работа сохранена. Что это нам даст? У нас есть возможность поделиться в социальных сетях. Получить ссылочку, ну и получить код для встраивания на страничке сайта блога. Это замечательный сервис интерактивный с красивыми фотографиями. Сейчас я покажу, как это выглядит на сайте. Это интерактивный фотоальбом, который встроен на страничке блога. Вот он так выглядит. Ну, кликнув по нему, мы открываем его. Так, любую фотографию. Они в Фейсбуке находятся, поэтому она открывает Фейсбук и показывает эти фотографии с фотоальбома. Удачи. Или вы такой вариант исполнения на самом сервисе. Опять же, каждая картиночка открывается в Фейсбуке. Удачи вам. Всего доброго.